Так, друзья, товарищи, мы продолжаем наш челлендж. В конце прошлой части я что-то подустал, решил сделать паузу, скушать Твикс. Вот, мы с моим оппонентом решили, как мы дальше действуем. Немножко поменяли правила, добавили кое-каких фишек. Теперь в начале каждой главы у кого 4 меньше лечилки может себе полную красно-зеленую добавить. У кого 5 и больше, тот просто себе пополняет 2 бонуса. Восполняет, так сказать. Так, ну значит, я себе там после убийства Вердугу дал травы, пороха взял. Пока что по... Чинил нож вроде, да. По патронам все более-менее нормально. Если что, будем делать. Вот. Сейчас самое главное не сдохнуть, потому что это у меня было резервное сохранение. Но если меня грохнут, мне опять надо будет воевать с Вердугой. Что делать мне очень бы не хотелось, так как в прошлой попытке мне повезло, что он застрял. Вот, ну и я смог немножко получить фору, так сказать. Так, ну я вроде все тут собрал. Пройдем сюда. Идем. Да, я уже успел схлопотать 3 смерти, 2 из Ты которых должна открыть максимально оттуда проход. тупые. Как обычно у меня бывает. Но с другой стороны, я думаю, я бы здесь вряд ли эту главу бессмертия прошел, потому что впереди еще Класс. Сэшли. Всякая хероборина. Вот. А вот следующую, не знаю, получится, нет. Все зависит, сколько у меня там лечилок будет. Отлично. Хоть траву дают. Но я обратил внимание, что красную траву обычно больше 2-3 обычно дают. Хотя у меня был момент, когда мне аж 4 в определенном месте дали. Вот, если у тебя там 4 больше лечилок, обычно красную траву перестают давать. Поэтому в таких моментах, наверное, есть смысл брать кейс с этим. Как его? Для патронов. Но у меня кейс какой, который дает пистолетный чаще. Ну, как бы не особо. Думаю, можно пойти сюда. Так, ну что, сейчас я тут дособеру все и встретимся уже с Гарадерами. Что тут размусоливать? Так, я сейчас что подумал. У меня что-то здоровья не так много. Я, наверное, приму полную хилку с желтой. Пусть она мне и добавит. А, ну у меня, в принципе, есть сейчас броник. Я все равно немножко переживаю. Вдруг, блин, попаду в такую ситуацию, где Гарадер зажмут, начать размахивать, и меня будет чу-чу-чу-чу туда-сюда. Боюсь, поэтому, ну его нахер. Заново с Вердугу очень не хочется начинать. Поэтому буду перестраховываться. Давайте, ребята, акробаты. Чуть не прилетело мне. Ай-яй-яй. Пусть они тут все разносят, капканы мои.
Жесть, как свина рвет. Так, сейчас самое главное проследить капканчики. Чел туда куда-то пошел. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что с ними какие-то, они бешеные. Револьвер потом поменяем. Так, ну чё, кого будем бить? По спиной стоит. Так, опасно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно, ребята, ну вы чё? Чё происходит? Чё они такие буйные? Бля, вот только целюсь и все, и сразу. Ой, аккуратно. Капкан. Главное, только целюсь, они сразу и блетом поворачиваются. Бля, мне нужен прицел. Что вообще херово? Так. Ой. Брат, ты что там увидел, услышал? Есть. Так, все. Дай! Опять. Дали он свой титановой ногой. Так, значит, стреляем в голыша сначала. Ну, видели, сколько они мне сняли? А у меня тогда было столько здоровья. Может, меня бы тогда бы грохнули. Пацаны, ну хорош, блин. Хорош сюда ходить. Ну, бей друг друга. Ну все, отвернись. Дебилоида кусочек. Да ты, блин! Вы чё, жопы чуть начали? Вроде цепи не задеваю особо. Ну. Но... Долго будем с вами тут лазить, долго. Нет, вы ничего не слышали. Ну что, что он чувствует? Ой-ой-ой, ты чё, Левом, пролазь. Да, ну как же они достали. Я попал, нет, как-то непонятно. Есть. Ай. Так, этому три выстрела пришлось. Ключик, спасибо. Теперь ты. Здоровенький ты наш. Что? Я ничего не делал. Может, этим ножом? Что-то я забыл, что у меня нож есть. Есть. Тем более он не размахивает клешнями. Сейчас начал. Давай обратно. Ху. Спокойно, спокойно.
Бляха-муха. Ну что? Ой! Да ёптель, блядь! Бесит. Главное, он побежал как-то сначала вправо, потом резко влево завернул. Откуда шум шел? Тварь. Ну вот, две лечилки улетели, блядь. А, как же быстро здесь все улетает. Бесит. Фух. Отлично. Так, ну что, дальше ничего особо интересного. Я сейчас там буду все собирать. Вот. Надеюсь, игра не зависнет. А, да, жучка надо сзади забрать. Так, увидимся с вами попозже. Так, друзья, товарищи, мы продолжаем. Я поднял бодровик. Новый. Мы его должны заменить, но можно истратить 6 патронов. Надо будет. Надо будет как-то из... засушить. Как правильно сказать, не знаю. Опустошить. Так, попался на ловушку с вазой. Было не очень приятно, поэтому забыл про ту ловушку. Так, ну сюда я, наверное, думаю, желтый вставим. Товары. Привет. Что покупаем? Что продаем, лучше спроси. Нам все равно, руби. Спасибо. Так, полицейское потом буду покупать, продавать. Нужно... Тебе важнее деньги или жизнь? Нужна ли мне мощный прицел? Нужен ли мне? Не знаю, не знаю. Регулярный уход и забота. Без этого никак. А, я же хотел улучшить, но ушло у меня на винтовку, да? Твое оружие в надежных руках. Я все сделаю. Так, погодите, я-то думал 5 улучшений, улучшений всего 4. То есть, получается, на острове мы все-таки так и можем по максимуму улучшать. Ну, как бы... Ладно, получается... Что перед самим вердугом можно будет еще на одну единичку улучшить, а уже с острова по максимуму. Я-то думал, будет по одной пустой еще. Ну ладно, похер. Пусть будет так. Так, что? Надо будет потом продать и по одной все улучшить, как здесь. Время, деньги, друг. Если получится. Сейчас я хочу емкость чуть-чуть. Друг, мы начинаем разбираться в твоих добрых. Буквально чуть-чуть. Так, ну что, сейчас можно будет официально сохраняться. Потому что наступает мерзкая локация, из которой нельзя будет выходить, пока мы не загасим агрессивных врагов. Дай бог не потратим сильно много здоровья. Что его у меня немного. А, тьфу ты, спасибо. Спасибо. Что за маячу? Так, где тут мое последнее сохранение? 46-й сюда.
Я вот сейчас сижу и думаю, блин, как же я пожалел, что потратил свое единственное сохранение на замок, потому что мне как минимум бы пригодились два сохранения. Страшно. Так, ну бежим тогда к моему любимому месту, где я раньше воевал. Они уже здесь! Тут не соскучишься. Господи. Ребята, вы куда? Я тут вообще. Да, меня вот это напрягает, что у меня они появляются как-то через сто лет. Граната на вас не пожалею. Да ну ёб твою налево, блядь, ну что ты приклеился, сука? Твою мать. Спаси меня! Как вот бесит, блядь, бежит и надо вот... Ну... Да ну ёптеть. Зарядка. Валил нахер, да ёптеть. Ладно, броник держит урон. Еще бегут ребята назад, Эшли. Ты куда? А ты куда? А вы все куда? Так, надо убирать прицел пока. Да ну бьет ты тупорыло. Опять я кашу. У меня еще микрофрезы, они меня сбивают. Что-то сейчас об этом подумал, типа, какого хрена я иногда мажу. Вот, блин, вот эти. Так, о, сеньоре. Значит, отсюда мы не можем убивать внизу стоящих, надо будет спрыгивать. А вот вверху стоящих можно. Что они, твари? Блин, я... Я думаю, я надел, а я просто менял этот. Блин. Так, этот есть. А этот. Можно прицел. Можно было купить. Да, как будто на уху уже начинает. Блять, я не вижу дыма ни хера. Там есть кто? О, сеньоры, башня, башнады. Совместью Марпирио и Хиририо. Ну, блин, и блед сюда, пожалуйста. Эшли, несу всю голову сюда. Так, теперь этих. Здорово, сеньоре. Ой-ой-ой, там сеньоре. Аккуратно, Эшли. А чё по шуму, как будто там щучок 10 осталось? Блять, ещё кто-то стреляет. Кто? А, вон. Все? Кто еще? Как будто цепи кто-то звенит. Как яйцами своими.
Главное не забыть поменять дробыш. Блять, из-за дыма ни хера не вижу. Бля, это снизу кряхтят. Блин, жалко, у меня не осталось сохранения. Я бы спокойно бы сейчас здесь сохранился. Но нельзя. Так. Ой. Ладно, соберу сразу. Так, сейчас дробыш продадим. Мне, конечно, больше всего вот этот коричневый нравится, черный. Узенький у него разброс, но с другой стороны он помощнее бьет, если ты пытаешься там в какую-то узкую направленность, там в голову херачишь. Так, ну вроде все разбил. Хотя, может, я зря этим сейчас занимался, может, я там внизу окочурюсь. Как раз. Внизу окочурюсь, и что будет, а хрен его знает. О, сеньори, о, вашьори. Так, эти я потом буду разбивать. Наверное, после того, как... Перед штурвалами я, наверное. Чтобы я все разбил здесь и сохранился. Так, ну что, продавать дробаш. Пушки... У этого сила на второй 6,7. Игрушки, привет! Я продаю много отличных товаров, чужак. А, приходи в любое время. 7, а у этого привет. По-моему, отлично получилось. А вот у вас 8. Нормально. Да, он мощнее. Но если эксклюзив у того прокачать, тут будет прям вообще выносить. Это очень тонкая. Так, все надо по единичке, чужак, прокачать, как малым я. Малым можно достичь многого. Вот увидишь. Так, что еще бы прокачать? Перезарядку. Давайте перезарядку Техи. Она как раз друг, недорогая. Мы начинаем разбираться в твоих вкусах. Ты только там не убейся. Да-да. Так. Так, а что у меня по флешкам? Кстати, две флешки. Опять там сейчас эти... Плаги, прикрепляющиеся к окну, прям раздражают. В этом прохождении уже... Ну ладно, один раз я тупанул, побежал зачем-то бить ногой. А вот самый первый раз, когда она резко сбоку выскочила, блядь, с этим... Так... Ну что? Прицел пока уберем. Ну, погнали. Хорош. Ну, свалили нахер. Ну нажал же, ёптель. Ну давайте гореть будем. Лабандона. На нахер, блять. В ряд вставать и сукины дети. Серьезно? Ходим.
Блять, на бочку их, не знаю, или на этот самый, на флешку. Ай, я тише. Блять, ну сука, ну вот опять эта хуйня, блять. Ну это, блять, ну куда я тороплюсь, блять. Ну что, блять, как мне это, блять. Просто, блядь, бесит, я не могу уже, это хуйня, блядь, опять все заново, блядь, ну ёб твою мать, я уже не могу, блядь, 0.5, ну похуй на смерть, блядь, все равно 0.5, ну ёб твою опять заново, это, блядь, пиздец просто, я ненавижу эту хуйню, блядь. Ну почему я забываю про Эшли? Ну куда я, блядь, тороплюсь стрелять? Сука! Меня прям разрывает, нахуй, блядь. Ну что, продолжаем заново. Начинаем продолжать, продолжаем начинать. Как же обидно, бля, ну просто тупорылая Эшли, куда ты лезешь, ну куда ты лезешь? Они уже здесь! Тут не соскучишься. А, вот они, типа, вот так должны... А, похер, бегут. Им вообще похер. Ну сюда иди, Эшли. Чё они не все отлетают? Ну-ка. Фига, стрелу подстрелил. Ну, нахер отсюда. Блять, что происходит? Да ну ёптель, я нихера не понимаю. Да как ты тут-то стал, блять, дурик? Давай, 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 давай. Как мне это бесит, эта камера, блядь. Перезарядка. Да ну ёптеть. Мане, блин. Отстань! Держись! Да что ты? Эшли! Где она там? Да ну блять, не могу я так. Ну какого хера ты живой? Не знаю, лучше поднять на всякий случай. Опять это говно все отстреливать. Так, папапара, папапам парам. Ты сдох. Где еще один? Блять, ну. Как ты так резко этот? Эти те о сеньоре. Господи.
все можно. Спасибо за траву. Так, сначала тебя, сеньор. И все. Ты теперь сеньор. Да ёптель, хватит. Один есть. Метка. Метка, херетка, блин. Так, если я ничего не буду подбирать, мне хватит патрон. Ну, по идее, 8. Тут есть винтовка, винтовка есть, что сделаю. Нахер, не буду я сейчас ничего подбирать. Так, траву тут. Что еще тут? Вроде все, да? Пу-пу-пу. Так, ну все. Пойду меняю дробовик. И потом спускаемся вниз опять. Ну что, я снова готов. Опять я забываю. Ой, господи, я уже думал, сейчас опять в пропасть улечу. Я забыл, что, блин, я могу сдохнуть не только от этой глисты, которую голову Леону, а еще тупорылу Эшли могу сам цепануть. Самое обидное, что вроде когда кидаешь гранату, ну или как-то был момент, когда ее цепляешь, она просто на колено. А тут она почему-то сразу нахер подыхает. Быстрей! Свалили нахер. Куда этот? Звезда на букву П. Еще. Блять, ну почему эта херня не умирает? Я же ей в открытый рот стрелял. Ну. Ёптель. Давайте, открывайте свои бошки. Ну что за тупость? Ну почему то сразу взрывается, то надо, блядь. Да. Выбивать по 1000 раз приходится. Все, отлично. Хотя бы 3 одной. В порядке? Да, ерунда. Опять за них деньги дают. Опять за них дают деньги. Ёптель-моптель. Спасибо. Это мне сейчас пригодится. Витовыч. Возможно, я зря все это собираю. Рыцарь, давайте. Леон такой, то что нужно, чтобы Эшли грохнул. Блять, только не стоять, не стрелять в той стороне, где она находится. С дороги. Че, еще как тебе там, шикарно? Ты в норме? Да. Тебя же ухерачили, я-то че? Я-то нормально. Сея, побеспокойся. Так. Дальше.
О, прям по заказу. Нужна ТМП, дают ТМП. Почаще бы так. Крутим рычаги. Отойди. Учи. А, погодите, зачем? Не, не надо. Вперед. Да. Да ёптель. Да, блядь, ты бьёшь, сука. Да, да, я вот так и думал, что по хребте не словлю. Бежит. Чёра, блядь. Чё, сюда кто-нибудь пойдёт? Нет. Спасибо. Бляха, муха опасна. Ну, блядь, что ты остановился? Да охренеть. Что урон такой маленький, ёптить. Задолбали, блядь. Ну а это долетело хероборина, блядь. Господи, сколько ж лагерь нахер. Эшли, не вставай, пожалуйста, пока. Варила. Спасибо. Шло раз ты меня, тварь, съела в первом челлендже. Что-то дробуш слабоват как-то, блин. По плаге херачу, 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 херачу. Ну, он не херачится. Представьте. Так, сейчас надо разобраться с ублюдками, которых арбалеты. Давай харю сюда свою. Эшли, все путем? Да, спасибо. Эшли, все путем, а путь все Эшлем. Почему нельзя приказать, как в оригинале? Крути, Эшли. Почему я должен всю грязную работу выполнять? Я понимаю, что стреляй, рычаги крути. Негоже это спецагенту. Берегись! Начинается. Пойдем отсюда, Эшли. Кто-то там просраться не может. Ну, застанется кто-нибудь или нет? Конечно. Да вы за... Затерехали оба. Берегись! Что ты орешь? Спасибо. Падай к моим ногам, тварь. Опять без лечилок, без херилок. Дробыша нету. Создать, что ли? Ладно, пока не буду. Вдруг в ящиках насыпет. Что, еще придут? Или как?
Здрасте. Ты, я даже не заметил вас. Круто, да? Эш, а чё молчишь? Круто же, да? Ну, ещё одно. Блять, она тут, блять, вертится под ногами. Все-таки плохо искусственный интеллект, Эшли, прописали. Можно было чуть-чуть попроворнее, чтобы он действовал. Где мой прицел? Прицельный. Хера не видно, блин. Темное на темном, блядь. Да блять, сука! Стоял, блядь, я ушел. Тварь. У меня патроны на вес золота. Он дергается, стоят, твари. Ну твари, блин. Ну куда ты? Так задираешь винтовку, чел. Попал, нет. Ну что, все зачистил. Ты цел? Да, фигня. Ой, блин. Прикиньте, шли по горлу. Начинай сначала, блин. Ну-ка, автосейв будет. Нет автосейва. Ладно, я сейчас страховочный сделаю. Потом уже официально возле этого самого, как его, возле штурвалов дурацких. Ну, в общем, пока пауза, сейчас буду все собирать. Так, я все собрал практически. Начинает самая жопа. Мне как назло не дают аптек. У меня всего, я хотел сказать, полторы лечилки, но у меня одна пока лечилка, потому что без зеленой травы красной хер что сделает. Можно только подметать полы. Это очень галимо. Почему из пороха нельзя делать патроны? Ой, какие патроны, аптечки. Будет обидно, что если из-за нехватки лечилок я и покочурюсь. Минимум 3 раза придется погибать, чтобы исполнить себе бонус использовать. Эх-эх-эх-эх-эй. Так, это мы отключаем. Бля, сейчас все будет зависеть от моей удачи и меткости. Блин, как же ненавижу эти моменты. Так, все по звезде идет. Еще скрытая платформа. Эшли задеваю. Нет. Скрытая платформа, yes, скрытая платформа. Так, 47-й. Сюда сохраняемся. Ху-ху-ху-ху-ху. Понеслась моща по трубам. Так, сначала надо вынести. Вот это говно. Вон он бежит. Второй прибежал. Прикрою, крути. Ну, крути барабан. Да ладно, так быстро. Они меня задели или себе? Держись, я с тобой.
Блять, ну это все запор, мне кажется. Это запор. Да идите нахер. Пришли пацаны. А ты за себя лучше переживай. Да иди нахер, берегись. За себя лучше переживай, берегись, блин. Ну все, чё я сделал? Все, лечилок нет, нахера нету, блин. Дают, блядь, патроны. А, когда я в присядке... Вон там траву вижу. Вижу траву. Дожить бы до травы. Блять, он не отбросил ее. Ну почему он ее не бросает? Ну сука ты гребаная, блять. Вот опять я проигрываю из-за, блять, отсутствия аптек. Да, может, блять, дойду до такого места, когда опять они наберутся. Но вот здесь я, блять... Было бы, может, пару аптек, я бы там успел полечиться бы, еще бы пострелял, а так, блядь, ну... Еще, блядь, как назло эти, сука, горадеры пробежали, блядь. Я прикрою, крути. И стали, блядь, так криво. Да ну, ёб твою мать, ну... Да, сука, косая, блядь. Ну как она так быстро? Держись, я с тобой. Да куда ты стреляешь? Ну блять, ну как сквозь нее-то пролетает? Твари тупые, блять. Я прям не могу уже, стреляю без разбора. Я еще не понимаю, почему горадеры сейчас с этой стороны побежали. Идем. Я вот думаю, есть ли смысл стрелять в этого монаха первого? Справишься? Или лучше, да, справлюсь. Подождать, послушать, куда эти прибегут. Я прикрою, крути. Ну это пиздец какой-то. Конечно, ну чё ты ко мне-то прибежал? Я вообще не шумел, блядь. Дебил, сука. Тварь. Не рискуй. Держись, я с тобой. Да, я получаю пайблет. Ну опять, вот как выживать? Я с одной лечилкой. Мне надо частично здоровьем рисковать. Конечно, когда стреляешь в сторону ног. Я не понимаю, ну как попадать? Пиздец какой-то, блядь. Ну нахер они так сделали, что, блядь, стреляешь где ноги, блядь, и там пролетает. Потому что там якобы, блядь, пространство какое-то есть, блядь. Такие условности тупые, хотя бы уже в этом моменте могли бы. Пидрилы, блять. Ну чё, три смерти есть, 1.05 и две обычные. Беру. Чё мне брать? Аптечку мне надо. Чё мне еще брать? Ну все, вот флешка появилась, вот лечение. Можно сохраниться. Я не знаю, бред какой-то, просто бред. Как с этим бороться? Идем. Ага. С
Справишься? Да, справлюсь. Справишься, схераешься. Сейчас попробую специально не стрелять в этого дебила. Я прикрою, крути. На тебе, блин. Ёптель. Держись, я с тобой. Ну постой ты чуть-чуть, секунду хотя бы. Ну вот как, вот все мимо летит, все мимо, блять, я не знаю, как попадать. Ну почему, ну блять, по ручке задел. Ну это бред, я не знаю, это такой бред, блять. Я понимаю, разработчики тестили это, ну я не знаю, тестили там, не тестили, для, ну понятно, для оригинальной, что там малейшее попадание неправильное, ты должен видеть, потому что в оригинале там в принципе не сложно. Ну, блядь, стреляешь винтовкой, просто все мимо летит. Брать прицел, пока он прицелится, тоже бы тебя горадоры съедят. Идем. Ага. Стреляешь с ТМП, там вроде стараешься по ногам, один хер как-то все через жопу летит. Как, блять, я не знаю, ну как, чисто вот чтобы повезло, чтобы, блять, сейчас горадоры прибежали, сработал, я не знаю, крит, как вот у меня я в первый, прикрою. Там не в первый раз, а в какой-то. Чтобы у меня рука не дернулась, блять, как сейчас, нахуй. Я не знаю, ну как ищу, как, блядь, мне действовать? Да иди ты нахер, блядь, а! Гандоны, блядь, суки, заебали, блядь. Отвернись. Да, морально с тобой, блядь. Сел. Ну положили твари. Ребята, поверните спиной, пока новые не пришли. Ну чел, ну пожалуйста. Ну куда вы пошли? Ну тех, да, можно бить. Ты ж сказала есть на жопе шерсть. Да кто с... Хорош, хорош, давай. У меня тут своя жопа происходит. Давай отвернись, челобрек, блин. Дай-ка я... А, последний. Да ну, блядь, ну чуть-чуть моргну. Моргну, блядь. Вот опять, куда я стреляю? Пиздец какой-то, ну что за невезуха, ну чуть-чуть, ну блять, ну примагните прицел, небольшой автоприцеливание, ну сделай ты, нет, нет, хер я буду что делать тебе, блять.
Я вот такая тупая игра, блядь. И нахер, тварь, блядь. Дайте вы мне аптечек, блядь, мудаки тупорылые. Ну все, опять... Да, блядь. Почему не дают аптек? Ну почему? Гандоны, блядь. Я просто из-за аптек тут проебываю. Ну, понятно, что я косорыл и из-за аптек. Еще один бонус беру. Два раза уже смерть была. Что, еще одну себе сделал и решил винтовочных себе добавить, потому что очень много улетает. Идем. Ага. Не знаю, бред. Столько поражений, столько. Справишься? Да, справлюсь. Не знаю, прям руки опускаются. Понимаешь, впереди еще куча всякого говна может быть. Я можно прикрою. Еще. Крути. Ой. Стойте, не бейте, ребята. Блять, прям в хэр зарядили. Держись, да ну, блять. Конечно. Блять, я уже думал, все, я в нее попал. Отвернись, тварь. Один есть. Ух, тварь, а. Сука. Бля, ну почему раньше так нельзя было, я не понимаю. Какой хер, блять, она этот. Давай, беги. Крути свои шарманки, блин. Аиста! Это себя переживает. Не рискуй. Пошел туда-сюда. Ой. Да нахер, блин. Еще. И самое забавное, я сейчас потратил одну лечилку. То есть в теории я мог бы здесь пройти с первого, блядь, раза, если бы нахер все получалось бы, блядь. Это бесит, блядь. Вот я только потом понял, где лучше встать, чтобы. Дай. Да ну куда ты? Пиздец, это, блядь, в колонны эти тупорылы. Не, спасибо за физику, все, конечно. Капку, но можно как-то немножко, чтоб пули эти колонны облетали. Ну вот как? Почему, блядь, столько с десятой попытки? Раз, два, три, четыре, пять. С пятой попытки. Готово! Давай сюда. Спускайся. Бля, надо было даже, чтобы он спрыгнул.
вперед. Идем сюда, Эш. Ладно. Сейчас мы того Сидора кончу. Бля, только не зависай. Ладно. Да ёптель, не зависай, игра. Так, блин. Еще не слава богу. Чё, сеньора, блин? Отвратительно, я эту главу сыграл, просто отвратительно. Ты цела? Да, в норме. Ха-ха-ха-ха, ладно. Прошли и ладно. Пока что я в деле и не слился. Сейчас в новой главе мне полагается трава по новым правилам. У меня их всего две. Одна пустая красная. Ну, как-то сейчас, даже если как половинку, а надо минимум 5, чтобы мне не дали травы. Ну и рыбу сейчас сможем набрать. Кстати, винтовки хорошо насыпали, спасибо, ребята. Большущее спасибо. Еще бы зеленой травой бы дали, вообще бы щикардосным было бы. Идем. Ладно, на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч и пока. Пишет 6 смертей, я насчитал. 1, 2, 3, 4, 5, 6 обычных и 3 по 0,5. Еще раз, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7,5 получается. Две по 0,5 это 7, да, 7,5 смертей за эту главу. Да, понятно, это не те 17,5 за предыдущую, но там все-таки. Ладно, еще раз всем пока.